Я голосую за стабильность, я голосую за сильную Россию. Епископ Чистопольский Нижнекамский Пахомий в числе первых пришел сегодня на избирательный участок здания лицея номер 1, чтобы принять участие в голосовании. Я считаю, что это обязанность любого человека. Еще святитель Филарет Московский, знаменитый русский святитель, говорил, что плохой гражданин Отечества земного, по большому счету, недостоин Отечества небесного. Поэтому, конечно, это важно делать, это нужно, это долг каждого гражданина. Вот. А мы люди церкви, мы одновременные граждане нашего любимого, дорогого Отечества. Сделал свой выбор и имам Мухтасиб Чистопольского района Мухаммад Хазрат Киямов. Он проголосовал на избирательном участке, который находится в здании Чистопольского сельскохозяйственного техникума. Очень важен правильный выбор. И от этого выбора зависит наше с вами будущее. В мире должно быть мир, спокойствие, межнациональная толерантность. Выборы президента России будут проходить в течение 3 дней, с 15 по 17 марта. В этот период в городе и районе будут работать 59 избирательных участков.